Сегодня мы приобрели такой вот автомобиль в магазине ДНС. Стоимость его около $80. Вот сейчас будем распаковывать. Аппарат нам приглянулся высоким клиренсом, то есть он, в принципе, может преодолевать любые небольшие барьеры и также может ездить по снегу. Вот такой вот у нас красавчик. Нижние стропы отрезаем, отрываем. Собственно, наш трек для треков готов. У нас есть инструкция, в нем есть баллонник, отвертка и зарядка. Корпус основан из простого дешевого пластика для того, чтобы он сгибался при ударах. Основная часть автомобиля не травмировалась. В пульт вставляются 4 батарейки 2А. Включается. На самом пульте находится рулевое колесо, имеется этот регулятор скорости, имеется регулятор, чтобы машина по кругу крутилась, короче. Здесь есть 2 штекера, мамка-папка, соединяем их, красную-красную, черную-черную. Вуаля, автомобиль готов. Корпус обратно устанавливаем, фиксируем в него, получается. Ставим его и фиксируем его специальными креплениями. У него есть стойки стабилизации или амортизации. Тут даже фары есть, которые горят так прикольно. Включаем его режим One и проверяем направо, налево. Разгоняется данный автомобиль аж до 45 км в час. На плитке-то ездить любой автомобиль может, а вы попробуйте на снегу. После недолгих раздумий поехали в деревню на дачу и начали тестить автомобиль. Разгонялся он довольно-таки прилично. Скорость была до 45 км в час. На нее одели GoPro 11. Чтобы поиграть с ней от первого лица. Но у нас не получилось это, потому что расстояние между телефоном и GoPro не должно превышать 30 метров. В один дом и поиграть там, в соседнем доме покататься на ней точно не получится, к сожалению. А также, внутри детали вы видели, они были ничем не укреплены, ничем не закрыты. То есть мы сами понимали, на что идем. Когда данный автомобиль вытащили на улицу в снежный покров, мы понимали, что данные детали будут подвергаться угрозе занесения туда снега. Но мы пошли на риск и начали кататься. Последствия будут в конце, дальше будут покатушки. Если вам не интересно, просто перелистайте до конца. Сильных ударов она застревала, повторюсь, скорость.
recording shit right now? Oh, that could be a disaster. I'm gonna take it anyways, though. Yeah, Blue Chanel. Blue Chanel. By myself, what you felt? Blue Chanel. By myself, what you felt? I'm a coast for that bitch, do the most for that bitch. If I wait for it tonight, I'll buy a ghost for that bitch. She just looking at my wrist, I know she checking for that shit. If them diamonds aren't kissing, you won't even get a kiss. Okay, she made me go crazy, ayy. Feel like I'm Scorsese. I direct her back and back, cause she forever is my baby, ayy. Whole team feeling Swayze, ayy. Hotel pushing daisies. When I call home for my lady, that first topic always pay me. So I walk in a bitch with a couple loose chains. Don't press replay, cause you tuck them away. I don't care what they say, I ain't here for the games. When I pull up, don't wait, I'm in front with the same. Показать вам минусы данной машинки. Снимаем GoPro. Да ёпта. Снимаем GoPro. Так, дальше. Погнали. Поближе посветите. Снимаем вот эти крепления. Так, сейчас мы покажем, что у нас получилось. Зарядка еще не села, но машина уже не работает, потому что у нас здесь вот такой звук. Вот. Минусы данного аппарата в том, что она получается для зимы, грубо говоря, непригодна. Вот. И теперь надо все отсоединять и надеяться, что это все не замкнуло. Для этого данная машинка для зимы мне не очень кажется пригодна. Все.